Здравствуйте, уважаемые коллеги. И мне особенно приятно произносить это слово «коллеги», потому что больше 30 лет назад моя педагогическая деятельность началась как раз с детского садика, где я, будучи студенткой третьего курса, проходила практику. Поэтому что такое работа воспитателя, мне знакомо не понаслышке. Я, так же, как и вы, очень хорошо понимаю, что воспитатель — это практически святой человек, потому что он является вторым человеком в жизни маленькой личности, который знакомит ребенка с миром чужих людей, который знакомит ребенка с миром чужих, который знакомит ребенка, в целом знакомит его с миром. И в зависимости от того, как мы сможем познакомить маленького ребенка с миром, может зависеть вся дальнейшая жизнь человека. Именно по этой причине, друзья, чтобы служить хорошо людям, нужно научиться служить сердцем. Ибо если мы не сможем сегодня отдаваться нашей профессии сердцем, то я соглашусь с выступлением предыдущих ораторов, мы не сможем воспитать полноценную личность, а в современном мире это сделать особенно сложно. Тема моего выступления – интеллект любви современного руководителя. Пусть вас не смущает, что вам не знакомо это название. Я очень много работаю в бизнесе, и даже современные продвинутые бизнесмены не знают, что это такое. Почему не знают? Потому что это компетенция современного человека, которая появилась, которую описали совсем недавно. И я хочу с вами поделиться теми знаниями, которые у меня сегодня есть на эту тему. И, конечно же, я хочу вам сказать, что я совсем не претендую на то, что я принесла вам какие-то чудные открытия или волшебные палочки. Но я очень хотела бы, что то, чем я вам с вами поделюсь сегодня, может быть вам полезно и как воспитателям, и как родителям, и как руководителям детских дошкольных учреждений. Сейчас я попробую, да, несколько фотографий вам покажу. Я сегодня сама работаю очень много с детьми, с маленькими детьми. Как детский нейропсихолог в большей степени занимаюсь нейропсихологической диагностикой и коррекцией поведения маленького ребенка. И у меня бывают такие дни, когда я после занятия с 6-летней девочкой иду на занятие к 65-летнему руководителю, в подчинении у которого 50 тысяч человек. И вот он у меня спрашивает: «Владислава, скажи, пожалуйста, а ты справишься после маленькой девочки со мной? Сможешь переключиться?» И я, конечно же, отвечаю на этот вопрос очень просто. А вообще-то нет разницы, ты работаешь с маленьким ребенком или со взрослым человеком, потому что всех их объединяет одна потребность. Я как раз о ней буду сегодня сейчас с вами говорить. Как вы думаете, какая главная потребность есть у нас всех с вами? Что нужно маленькой девочке и взрослому человеку? Любовь, конечно, молодцы. Нужна любовь. И помните наш замечательный советский фильм «О счастье. Большая перемена»? Помните? Счастье — это... Нет, доживем до понедельника. Счастье — это когда тебя что? Понимают. Совершенно верно. Поэтому я ему говорю: ты не переживай. Подходы, в общем-то, одни и те же. Итак, друзья, давайте с вами разберемся с тем, что же такое интеллект любви и как вы можете использовать это, еще раз повторяюсь, и в вашей работе, и в ваших даже личных взаимоотношениях. И компания Deloitte в 2016 году провела очень интересное исследование и рассказала нам следующее, что, оказывается, 82% компаний, современных компаний разных сфер, не справляются с поставленными задачами команд, компаний. 82%. 64% этих команд, 64%, я знаю, что будут небольшие сложности в переключении, потерпите. 64% людей, которые
получали услуги в разных сферах жизни, остались недовольны тем отношением и тем качеством, которое они получили. Компания Deloitte, конечно, задает вопрос, в чем же причина? Почему так получается, что мы стали такими диджитализированными, такими технологичными, и при этом мы стали хуже работать? Почему чем больше в нашу жизнь входят современные технологии, тем мы хуже работаем? Тем хуже у нас отношения. Я вам покажу еще один пример. Это исследование Кембриджского университета, которое в 2016 году представила профессор Линда Хилл. Здесь уровень доходов имеется в виду вообще благосостояние жизни человека. Ну, то есть теперь он в метро не талончик покупает, а проходит пластиковой карточкой. Не деньги тратит, не деньги использует в кассе, а в большей степени пользуется карточкой и так далее. Вот смотрите, Кембриджский университет вывел такую интересную закономерность, что уровень благосостояния человека с каждым годом повышается, туда же входит и технологизация. При этом уровень недовольных жизнью людей, они назвали это депрессией, линией депрессии, растет еще в большей прогрессии. И, как шутит профессор группы исследователей, о линии счастья выглядит как сплошная линия горизонта. То есть независимо от того, чем больше мы приобретаем материальных благ, обратите внимание, люди не становятся от этого более счастливыми. Наоборот, их состояние понимания счастья все хуже и хуже. Я не буду вам, наверное, долго рассказывать, это самый популярный в мире антидепрессант Прозак. Ну, если вы смотрите голливудские фильмы, всегда, когда показывают человека, который страстно пьет какие-то таблетки из флакона, это Прозак. Обратите внимание, что Всемирная организация здравоохранения дает нам такую статистику, что Прозак занимает третье место по денежному обороту после нефтяного бизнеса и после наркобизнеса. Третье место. То есть такое огромное количество людей в мире сражаются с депрессией. И Всемирная организация здравоохранения говорит нам о том, что к 2020 году депрессия станет второй причиной потери трудоспособности человека. В чем же причина? Я думаю, вы и так знаете, но я попробую ваши мысли сейчас вынести на этот слайд. Вот Google нам сегодня дает такие данные. В 1998 году Google насчитывал 9,8 тысяч запросов в день. Как приготовить пирог с маком, если у тебя болит голова справа, ну и так далее. Сегодня Google нам дает такую статистику, что в день 4,7 триллиона запросов. То есть представьте себе, об этом говорит даже сам Google, на какое количество минут, дней, часов, а может быть даже и лет мы смогли обделить себя простым человеческим общением. Ведь раньше, когда нам нужно было приготовить пирог, мы куда шли? К соседке. Ой, рецепт пирога узнавали у соседки бабы Веры, если она хорошо его готовила, правильно? Сегодня мы где узнаем рецепт пирога? В Гугле. Вроде как бы он сделал нас понятнее, динамичнее, совершеннее. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, мы начинаем благодаря этому лишаться очень важного. Мы лишаемся простого человеческого общения. И, собственно, компании, которые проводят исследования, почему производительность людей в мире падает, почему количество депрессивных людей в мире растет, и они как раз связывают, все исследователи связывают это вот с таким. Вот с таким. Вот с такой, делают вот такую взаимосвязь, что чем больше в нашу жизнь входят современные технологии, тем больше мы нуждаемся в простом человеческом общении. Так как мы сегодня очень сильно погружены в взаимодействие в WhatsApp, в Viber, в электронной переписке, в соцсетях, мы стали очень мало друг с другом разговаривать. Мы стали мало делиться вживую. Люди перестали делиться с нами. И я возьму в кавычки, благодаря тому, что мы перестали разговаривать, мы начали утрачивать доверие друг к другу.
что, собственно, является причиной повышения агрессивности в семье, в коллективе, в команде, в обществе в целом. Не хочет переключаться. Именно по этой причине, друзья, мы сегодня говорим с вами о том, что по мере технологизации, по мере того, как мир развивается в область технологий, у человека появляются задачи развивать или сохранять у себя компетенции. Я сейчас про них кратко расскажу. Интеллект, эмоциональный интеллект и интеллект любви. Что такое интеллект, вы знаете хорошо без меня. Я думаю, я на этом долго останавливаться не буду. Мне бы узнать еще, куда направлять кликер, чтобы слайд переключался быстро. Вот так. То есть IQ – это ваши способности, это ваши знания, профессиональные знания в той области, в которой вы работаете. Ни для кого не секрет. Если ты не будешь владеть профессиональными знаниями в той области, в которой ты работаешь, ты просто прогоришь. Если мы говорим про интеллект любви, про эмоциональный интеллект, друзья, мы говорим про нашу способность. Куда же нужно направлять? Мы говорим про нашу способность договариваться. То есть по мере того, как появилась конкурентная среда, нам стало недостаточно обладать знаниями, нам необходимо было научиться взаимодействовать с другими людьми, научиться сотрудничать, научиться договариваться, научиться управлять собственными эмоциями, собственными импульсами. Это и есть эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это наша способность договариваться с другими людьми. Если вы хотите, чтобы, кроме того, что вы были профессионал своей области, если вы хотите, чтобы вас еще и уважали, вот очень важно развивать эмоциональный интеллект. И, собственно, показатель интеллекта любви. Сегодня во многих компаниях уже создана такая должность, как специалист по счастью. То есть, да, это человек, который занимается вот этими вопросами. Что такое интеллект любви? Это наша способность создавать доверительные и надежные отношения в семье, в коллективе, в команде, с родителями, в конце концов, с соседями. Я хочу, чтобы вы, у меня особенно молодые люди, почему-то только недавно сегодня, у меня утром было занятие у студентов, и мне мальчик один сказал: Владислава, это прям сексизм какой-то. Ну, об этом говорят ученые, друзья. Ученые более 100 лет спорят на предмет сравнения этих показателей у мужчины и у женщины. Я вам лишь приведу пример исследований, Канадского университета, один из последних. Ну, у мужчины вот эти три показателя в соотношении выглядят так. То есть если взять среднестатистического мужчину, то IQ – это самая высокая его величина, мужчина – это логика. Средняя способность к эмоциональному интеллекту, то есть средняя способность к вопросу договориться. И, как бы это корректно сказать, чуть ниже способность создавать доверительные отношения. Такая природа, друзья. Я сейчас объясню, почему. У женщины все более сбалансировано. Исходя из того, что у нее чуть ниже показатель IQ и такая же средняя способность, как и у мужчины, к сотрудничеству, способности договариваться. Видите, здесь меняется местами. У нее по природе своей очень высокий показатель интеллекта любви или способности создавать доверительные отношения. Наверное, по этой причине Alibaba дает нам такую статистику, что 90% людей, которые покупают в интернет-магазинах товары для близких, родственников, детей, это женщины. Мужчины в основном покупают товар для кого? Для себя. Так устроены люди. Сегодня современные компании очень много говорят на эту тему. Генеральные директора и руководители современных бизнесов очень много времени уделяют вопросу баланса соотношений мужчин и женщин в командах. Мы говорим о том, что я слышала предыдущие выступления там за кулисами, и мне очень отрадно, что мои подходы, хотя я пришла человек из бизнеса,
занимаюсь образованием только в бизнесе, работаю со студентами. Мне очень ценно, что подходы совпадают, что мы сегодня говорим про возможность дайте ребенку возможность проявлять самостоятельность. Не вмешивайтесь, не показывайте, как надо. Помните, было замечательное выступление. Мы сегодня говорим про инновационные вещи в наших командах. Вот сегодня современные руководители говорят о том, что если вы заботитесь о том, чтобы ваша команда была инновационной, очень важно сохранить правильный баланс сил мужчин и женщин. Мужчины — это те, кто думает на несколько шагов вперед. Это 20% инновационного продукта. А женщина — это тот, кто создает внутреннюю культуру вашей организации, культуру взаимопонимания, культуру доверия, культуру надежности. Вот если этот баланс будет сохраняться, скорее всего, наши команды будут конкурентоспособными и будут выживать в непростой гонке. Друзья, на самом деле все очень просто. Ученые Гарвардского университета, которые начали исследовать, что же это такое создать доверие, что нужно делать в команде руководителю, чтобы создать доверие. И выяснилось, оказывается, что за эти доверительные отношения у нас отвечает хорошо знакомый вам гормон, который называется окситоцин. Окситоцин – это гормон, который вырабатывается в организме человека, когда с ним делятся или когда он делится чем-то. То есть, когда мы обмениваемся чем-то, у нас вырабатывается окситоцин, который создает между нами доверительные отношения. Если мы обмениваемся в обе стороны, так еще и отношения надежности. Мужчины шутили, зачем изучать этот гормон, он ведь женский, значит, в нем нет никакой пользы. Но это шутка, конечно. Этот гормон вырабатывается у женщин и мужчин, вы знаете, просто у женщин в силу природы, потому как она мать, у нее вырабатывается он просто в большем количестве. Держится он в организме 3 минуты, и через 3 минуты под воздействием комнатной температуры, к сожалению, растворяется. Поэтому нельзя однажды поделиться и навсегда создать доверительные отношения. То есть это штука, которая требует нашего с вами постоянного внимания, нашего с вами постоянного взаимодействия с родителями, с ребенком, с вашими подчиненными, с вашими близкими людьми, с коллегами по работе. То есть нельзя один раз что-то сделать, потому что окситоцин такая штука, которая очень быстро исчезает. Я хочу ваше внимание обратить вот на что, друзья. Вот это ключевой момент, от чего проблемы у Deloitte. Помните, 82% компаний не достигают поставленных задач. Ну, 5% людей, всего лишь 5% людей на планете – это люди, у которых в силу природы не вырабатывается этот гормон, и это дети, которые пережили в детстве серьезную психическую травму. И в силу природы повышенный тестостерон, он тоже подавляет действие окситоцина. Я уверена, что нас с вами это не касается. А вот следующий слайд, я его прямо вынесла на отдельную страничку. Хочу вам об этом отдельно сказать, что повышенный стресс, а стресс – это кортизол, так вот кортизол убивает окситоцин, подавляет его. В ситуации повышенного стресса человек не может чувствовать себя доверительно, надежно и комфортно. А так как человек не может чувствовать, я сейчас про сотрудника, например, ваших организаций, ваших команд, ваших рабочих коллективов, что в ситуации повышенного стресса человек не может чувствовать себя спокойно, потому что стресс убивает вот этот гормон доверия. Человек не доверяет, а в силу того, что он не доверяет, он не может... Возникает большее количество конфликтов, так скажу, так будет корректнее. И сейчас минуту. Ведь оно даже в другую сторону прыгает. Угу. Теперь смотрите, друзья, внимание. Я на Amazon насчитала, я устала считать, я думаю, что там этого больше. Я насчитала более 2000 книг, это я все к стрессу, сейчас к кортизолу вернусь, о счастье. Как стать счастливым, 15 советов, 14 тысяч советов, как стать счастливым. В общем, пока прочитаешь 14 тысяч советов, уже счастливым быть не захочется. 10 принципов счастья, 5. Более 2000 книг.
На Amazon в рейтинге «Самая популярная литература» книги о счастье стоят на первом месте. Это самая востребованная литература. То есть это нам говорит еще раз о том, что люди жадно ищут счастье. Они действительно хотят быть счастливыми, и не так эффективно продаются книги по планированию и построению эффективной организации. Вот книги «14 тысяч заповедей» продаются очень успешно. Я вам приведу еще одно исследование. Мне оно было очень интересно. Оно началось в 1938 году. Это Гарвардская школа, которая начала исследование в 1938 году. А в 2018 году они эти исследования обнародовали. И 80 лет проходило исследование. Взяли мальчиков из двух совершенно разных социальных групп. Мальчики из бедных кварталов Сиэтла и мальчики из богатых семей. И вот 80 лет эксперты, сменилось не одно поколение экспертов, сменилось не одно поколение, у мальчиков выросли свои дети, у детей выросли свои дети, а исследование все проходило. Заключалось оно в совершенно обыкновенном подходе. Периодически с ребятами встречались и задавали один и тот же вопрос. Давай вспомним те моменты, когда ты чувствовал себя особенно счастливым. И вот интересная штука, что за 80 лет, когда все эти ответы систематизировали, то оказалось, люди, которые стали известными политиками, у которых хороший бизнес, и люди, которые просидели всю жизнь в тюрьме и так и закончили свою жизнь, будучи на игле, я цитирую профессора Гарвардского университета, оказалось, что когда они вспоминали счастливые моменты, то неважно, в какой социальной среде выросли эти люди, и неважно, как сложилась их жизнь, но когда они вспоминали счастье, они всегда говорили одинаково. Они вспоминали другого человека. Они вспоминали свои взаимоотношения с другим человеком. Я на тренингах часто даю такую задачку своим слушателям, говорю, напишите, пожалуйста, три пункта, когда вы помните, что вы были в этот момент счастливы. И мои участники тоже это пишут. Когда моя дочка впервые сказала «папа», когда я купил красивую тачку, и у меня тут сердце замирает, думаю, не туда идет ответ. А моя девушка сказала мне: «Серега, какой же ты классный». И в 90% случаев люди, которые выполняют эту задачу, пишут о своих счастливых моментах, когда они были связаны с взаимодействием с другими людьми. Вы знаете, что... Об этом мне особенно приятно говорить. Я изучала детскую нейропсихологию у известного профессора Татьяны Васильевны Ахутиной, профессор психфака МГУ, который возглавляет лабораторию детской нейропсихологии, одна из лучших в мире лабораторий. Мы сегодня говорим с вами о том, что 60-летний подход дедушки Фрейда утратил свою актуальность. Когда-то Фрейд говорил, что человек – это существо, склонное к агрессии, поэтому нам по природе дана мощная машина, наш организм, чтобы защищаться от агрессии. И поэтому кто вам поможет защищаться от агрессии? Психолог. Вот ходите к нему. Современная нейропсихология опровергла этот взгляд. И благодаря в том числе и нашему великому русскому ученому Александру Романовичу Лурье, с которого началась вообще наука нейропсихологии когда-то, сегодня современная нейропсихология говорит о том, позитивная психология, что потребность человека, человек не к агрессии склонен, потребность человека в альтруизме. У нас есть потребность делиться с кем-то. И это является составной частью нашего инстинкта выживания. Поэтому люди, которые вспоминают о счастье, вспоминают других людей. И, друзья, сейчас я завершаю свое выступление. У меня часы показывают 3 минуты. Вот минута точно на переключение кликера. Сегодня очень много, в том числе и президент нашей страны, часто об этом говорит в своих выступлениях в приватной, в более такой неформальной обстановке, когда встречается с людьми, и духовные лидеры об этом говорят очень много, что любовь и сострадание – это предмет первой необходимости сегодня. Сегодня уже это не роскошь, и мы так мало стали общаться, и мы так сильно утратили нашу единственную способность, которая отличает нас от всех живых существ на планете, общаться и обмениваться нашими чувствами, мыслями, что если мы будем дальше продолжать обсуждать клинические случаи в WhatsApp, как я работаю когда с врачами,
Я смотрю, у них поток в WhatsApp смс-ок идет. Я говорю, а что это? Так много смс-ок вы успеваете читать? Говорит, мы обсуждаем план лечения пациента. Я говорю, а разве поговорить не проще? Спрашиваю я у молодых врачей. Как говорит Далай-Лама, мы просто без этого не выживем. Поэтому я хочу обсудить с вами, это мой последний слайд, что же мы можем делать с вами для того, чтобы развивать наш интеллект любви, который может помогать создавать в наших командах более доверительную, уютную, человеческую обстановку. Первое. Как можно больше общайтесь. Обсуждайте проблемы. Я очень много езжу по школам нашей страны, работаю с педагогическими коллективами, меня приглашают директора, и работаю с детскими садиками, провожу воспитателей тренинги. И мы стали все вместе замечать, что да, я слышала выступления ваших специалистов, что бумага отнимает очень много времени на то, чтобы просто поговорить. Согласна. Слушайте людей. Это та способность, которую мы тоже утратили. Мы разучились слушать. Мы, это касается, в том числе я слышала выступления предыдущих ораторов и ваших, воспитания ваших маленьких подопечных. Позволяйте другому человеку рядом с вами быть другим. Как говорил великий русский филолог Юрий Михайлович Лотман, легко дружить с теми, кто на тебя похож. Не нужны никакие навыки. Сложно дружить с теми, кто на тебя не похож, а истина находится как раз посередине. Поэтому чем больше вы научитесь слушать мнение ваших сотрудников, тем больше вы сможете иметь возможность улучшать работу ваших коллективов. Ну и, собственно, я очень многое из того, что делаю на современных тренингах для современных руководителей, я очень многое привношу в эти группы из детских занятий. То есть дети дают мне очень много информации, которую я трансформирую и переношу взрослым. И у меня взрослые часто спрашивают: «Владислава, вот это же такая сложная вещь, но как все просто получилось? Как вы просто это объяснили?» Я говорю, это не я объяснила, это дети вам объяснили. Это я их языком вам объяснила сложную вещь. Поэтому я всегда хожу с радостью на детские занятия, потому что они помогают мне сложные вещи описать простым языком. Ну и, собственно, вы пример для сотрудников и ваших детей, потому что вы знаете нашу способность мозга и наши зеркальные нейроны. Когда мы приходим в коллектив и говорим, что все плохо, мозг других людей, у нас есть такая система зеркальных нейронов, очень быстро начинает синхронизировать, и весь коллектив начинает думать, что все плохо. Поэтому если вы хотите, чтобы было все хорошо, это уже не мистика, это не вера, это не гадание на кофейной гуще. Это совершенно точно объясняют сегодня ученые. Так работает наша система мозга, что если вы хотите менять взаимодействие ваших коллективов, сделайте это сначала сами. Учитесь улыбаться, учитесь слушать ваших сотрудников, учитесь задавать им вопросы, учитесь обсуждать сложности, а не нагнетать обстановку. И они очень скоро перестроятся и будут делать так же, как вы. Я знаю, быстро сказка сказывается, сцены легко говорить. Просто, друзья, я сама живу в этом, у меня у самой есть маленькая школа, которая как раз занимается развитием эмоционального интеллекта ребенка. И я так же, как и вы, пересекаюсь с родителями, я так же, как и вы, сталкиваюсь наверняка не с таким объемом трудностей, как вы, но по касательной точно. Ну, у нас много народной мудрости. Кто ничего не делает, как там у нас? Тот не пьет шампанское. Правильно? Шучу. Поэтому шампанское достается тем, кто трудится, идет, меняется, встает, падает и снова встает. Поэтому я желаю вам любви и комфорта, чтобы все сложилось. Спасибо большое.